Премьер-министр Норвегии Эрна Солберг подтвердила информацию о захвате в заложники гражданина Норвегии боевиками радикальной группировки «Исламское государство», ИГ, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на местные СМИ. Это серьезный и сложный случай. Нашей целью является доставить нашего гражданина здоровым домой в Норвегию, заявила Солберг национальному новостному агентству НТБ. Также в сообщении агентства говорится о том, что в течение некоторого времени по данному делу в Министерстве иностранных дел работала кризисная группа. По разным оценкам, контролируемая ИГ территория достигает до 90 тысяч квадратных километров. Террористы объявили о создании так называемого халифата с собственными законами и органами власти. Данные о численности экстремистской организации тоже варьируются, от 50 до 200 тысяч боевиков. Единого фронта борьбы с ИГ нет, с группировкой борются правительственные войска Сирии и Ирака, международная коалиция во главе с США, пока ограничивается ударами с воздуха, а также курды и ливанские и иракские шиитские ополченцы. В результате боевых действий сотни тысяч мирных жителей погибли и несколько миллионов стали беженцами.